сегодня самое сложное, это гадание на кофейной гуще и угадывание курса. Действительно, это сложный вопрос, потому что все прогнозы не сбываются. И все худшее, а все худшее сбывается. Поэтому хорошее начало. Очень сложно говорить о курсе сегодня. И, в общем-то, это неблагородное дело. Я помню, чем закончилась предыдущая наша дискуссия. Вот, как бы, надо признать, ведущая, которая общается с таким количеством аналитиков, уже даже может более консолидированную какую-то точку зрения высказать. Вот. Но, возвращаясь опять же к курсу, я продолжаю оставаться на точке зрения, что он сегодня завышен, значительно завышен от той отметки, на которой он должен пребывать, исходя из комплекса факторов, которые обычно влияют на курсы образования в стране. Вот. И забегая вперед, я бы сказал, что справедливое значение курса сегодня все-таки находится в диапазоне от 20 до 21 гривны. Вот. И я продолжаю верить в то, что вот в этом значении, хотя это очень большое значение для курса и вообще для Украины, это экономически, если не катастрофа, то очень серьезное испытание. Мне кажется, что все-таки курс, ну, по крайней мере, к середине года он вернется на эти значения. Когда прекратят влияние факторы сегодня, которые оказывают давление на него.